дядя Коля. Он сторожил и уроженец края, не уезжал надолго никуда, но так и не прижился здесь, считая, жизнь прожита, невелика беда. Отсталость, как ведется, изживалась, и благодать дошла до этих мест, и лишь ему по-прежнему казалось, что он несет извечный русский крест. Он правнук тех чиновников кавказских, голубоглазый, худенький, живой, сомнением своим не дал огласки, их так и не решив самим собой. А толковал всегда о чем-то здравом, не пользовался мне очередным, бесплатным, и еще каким-то правом гордился я своим знакомством с ним. Пенсионера не было счастливей, и в доме офицеров окружном из года в год он числился в активе, а стенку безразличия бился лбом, кассиршем учинял головомойки, а для вальяжных офицерских жен курировал кружки шитья и кройки и выписал для них аккордеон. Неугомонным был он заводилой, пожатие легкой, жилистой руки воззаряжало бодростью и силой, хотелось записаться в те кружки. А время для него тянулось долго, был вдовым он, соседей не любил, но крут замес терпения и долга. И он не коротал свой век, а жил в многоязычном суетном районе, где целый день судачит старый мал, где вьются сплетни на резном балконе. Он только лишь по-русски понимал. Еще я помню, в месяц листопада мы на проспекте встретились в ночном в разгаре репетиции парада. Шли танки и скрывались за углом, они в простор проспекта уходили, а мы с восторгом преданным своим на месте оставались и следили, дыхая дизелей, тяжелый дым. А напоследок, уж впадая в детство, он все кричал, что ждут преграды нас, и умер он, оставив мне в наследство стол, на котором я пишу сейчас. Стихотворение написано в 1981 году, опубликовано впервые в сборнике «День поэзии» 1982 года. Главный редактор назвал это стихотворение антологическим, Евгений Храмов так сказал.